Извинительное послание Мамофи Раяна стало главной темой начала этой недели. Многочисленные интернет-пользователи долго искали подвох, доказывающий непричастность к его написанию депутатского сына. На одном из информационных ресурсов появилась ссылка на извинительную речь голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко, когда в 2010 году футболист попался на вождение в нетрезвом виде. Пропустив текст извинения «Динамовца» через специальную программу, видим, что один из абзацев письма Ферояна оттуда взят почти дословно.